jetzt richtig Zauberei sehen. Komm, jetzt, komm, jetzt. Jetzt, pam. Жесть. Обидненько. Every day I'm shuffling. Чё? Труп крысы какой-нибудь, наверное. Да, мне показалось, что щенка. А это, да, это, наверное, крысы. Всё-таки я видела хвост такой проволокой. Да, это крыса. Я знаю просто, что собаки некоторые вполне успешно крыс давят. Ну, охотничьи в основном. Ну, у бабушки с дедушкой Став, пока была жива, она фигачила крыс. Союз смеха представляет. Ищите чего бы интересного посмотреть? Представляю вашему вниманию канал автосоревнований. Дерзкая здесь малышка. Самые интересные гонки автомобилей, мотоциклы. И тут я вспомнил, да, вообще, всего, трактор, который такой встал тоже на задний, такой вниз упал, у него передние колеса поломалось, мост передний сломался, короче. Российский автопром против авто из США, заканчивая вечным противостоянием BMW и Мерседеса. Прямо сейчас на канале вышло видео погони полицейских за мотоциклами. Так что заходите на этот канал, не пожалеете. В Обручевском районе поставили турники разных размеров для самых высоких, для самых средних, низких. Также есть турники высотой 1,40 м, 110 сантиметров. И также турник для мышей всего 20 сантиметров. Я не знаю, это турник, может, для отжиманий? Не знаю, возможно. Ля как валит боком! Ля как валит боком! Хочешь? Хочется? Но ты можешь укусить немножко. Да, уголок. Конечно, укусит он вот немножко. А? Видишь? Нежно. Уголок. Все забрал. Конечно. Это ж песик. No, it's meow mix. Try again. Ты что за говно ты мне предлагаешь? Что там происходит? Ай-я-я. Дай мне чуть-чуть укусить. Обычно же на мостах. Чуть-чуть? Да. Или как предупреждение обычно? Висит. Ну да. Коза! Развлечения на карантине. Ребят, знаете, что это такое? Это бинокль. И я уверена, клёво. Что через очко пингвина за вами еще никто не наблюдал. Я почему-то подумал, что это солонки какие-нибудь, может. Ну да, солонка и перечница. Но почему они спаяны, как говорится? Ну да. А, жесть. Там что, дырки нет, что ли, я не пойму. Или слишком много этого. Вообще должно быть. Тебя что, ударами накормить, я не понял. Вспомни всему, чему тебя учил отец. Не жри после шести! Сколько время? Пол седьмого, бля. Я после шести не ем. Что за нафиг? Зачем? Для чего? Нахрена? Что это за паук? О, прикольный хреновый. Это просто сварщик развлекался. Back abs check. It's straight up a six pack. Это типа, а, типа угорает, что у него на спине пресс. Да. Ну, кстати, реально выглядит как пресс. Ну, хорошо спину накачал. Но странно. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а говоришь, у камней лезь, зайцы. Засранец вонючий, мать твою, а, ну иди сюда.
Австралия, наверное, какая-нибудь. Австралия, hey, кенгуру. Хотя да. Они так тоже делают. Get off my drill. Паук? Он держится! Филя! Он еще тебе на лицо сейчас прыгнет. Да. Чел! Ты тут отрыгнул, он жалобный. Почему не меня? Потому что он как гусь, скорее всего. Да. Сейчас будет какая-то писька. Вот для этого он надел шлем. Легкая, легкая, легчайшая. Для кого? Для величайшего. Фактич, блин. Это ж птица просто, чё ты, о май гад, какая? Это, по-моему, летучая мышка была. Это птичка. Она обратно залетела. Твою мать! Нет такого хрена, у меня в жопе кабель! С дома рухнули, как будто лом сразу сунули. Надо вытащить. Вытаскивай, вытаскивай нахуй. Бля, чё это за сериал? Я хочу это смотреть! Напишите кто-нибудь в комментах, чё за сериал? Сегодня мы проведем физический эксперимент над маятником. Как мы знаем, энергия маятника будет каждый раз угасать, и мы будем оставаться в абсолютной безопасности. Ослик. Бум пукнул. Или понька это был. Кто-то из них. Подъебал другана. О, ДБД. Видно, я ебнулся сильнее, чем думал. После сыры не разговариваем уже 2 часа, но спасибо маске, она все спасла. Кирилл, да тебе ничего не поможет, ничего она не спасла, хватит ты на мной издеваться! Че лыбишься? Кирилл, ну ты офигел! Хватит ты на мной издеваться! Че лыб... Типа, я не пойму, это прикол такой или на самом деле маска делает ее улыбающейся? Ну не улыбка, как у Гарольда. Ага. Лыбишься. Кирилл, ну ты офигел! Жесть. Над чем ты угораешь? Ты волосы завиваешь или чё? Выпрямляю. А, нормас выпрямляется. Ничего не смущало. Классно, мы с тобой, Димон, потусили 4 года назад, да? Да. Нифига. Я в играх так не могу. Оба. Здорово. Hey, bro, do a flip. Ё-моё, это опасно. Еще и в тапках, без экипа какой-либо и без страховки. Опасный чувак. Илья, а ты видел когда-нибудь мокрую туалетную бумагу? Ну видел, а что в ней такого? Ну как, что, посмотри повнимательнее. Тот чувак не той стороной попал, конечно, парика. Он вверх ногами, по-моему, упал. Но пофиг. Так еще прикольно, там получается лысина в середине. Смотрите, я закончила медицинский институт, но я хороший врач. Правда, хороший. Потому что уже год как не работаю врачом. Спасла немало жизни, да? Это лучшее, что я сделала для медицины. The same, bro. Вот, ребят, продам ЗИЛ. Ну, он как бы вездеход. Тут единственное, вот, фару поменять надо. И все. А так, смотри, в хорошем состоянии. Резина новая. Вообще запаска. Запаска здесь вообще в идеале, смотрите. Все. Ну, если что, пишите номер, знаете. Хороший ЗИЛ. Ракетная установка. Смотри, какая соска. Где? Хорочек слизывает. Ага. It's an order. Oh, okay.
Need it. Yep. Need it. Got it. Ooh! 53! 53! Whoa! Ля. Текилу разливает. Хотя нет, судя по тому, какой салатик я рядом, это водка. Я иду на твою свадьбу и буду танцевать лезгинку. Твои подруги спросят, а кто этот парень? Ты со слезами на глазах ответишь. Он нам бетон заливал. Лучший камин... Че это было сейчас, я не понял. Какого хрена? Дичь какая-то. Поясните кто-нибудь, пожалуйста. Надеюсь, понравилось. Спасибо за просмотр. Ссылка на оригинал в описании. Оценивай видос. Заходи на стримы. Смотри другие видео. До скорой встречи. Пока.